В этом рецепте покажу вам, как приготовить еврейские сладости. Это будет традиционный ругелах, рулетики со сладкой начинкой. Если будете внимательно следовать инструкции, получите отличную выпечку. Эти рогалики готовятся долго за счет того, что тесту необходимо настаиваться, но результат стоит ожидания, потому что эта выпечка просто прекрасна. Из сортов варенья рекомендую брать клубничное или земляничное, ведь оно даст волшебный аромат, но подойдет и другое. Досмотрев видео до конца, вы узнаете, чего и сколько вам потребуется. В чаше миксера соедините масло, сыр и сметану, взбейте, отдельно соедините муку, сахар и соль для теста, добавьте муку к маслу и замесите тесто. Перенесите тесто на присыпанную мукой поверхность, вымесите до гладкости и разделите на 4 части, оставьте тесто в холодильнике минимум на 1-2 часов, лучше, на сутки. Подробите орехи и обжарьте на сковороде до появления интенсивного запаха. Выложите орехи, варенье, шоколад и коричневый сахар в блендер, смешайте до однородности. Лайкайте, подписывайтесь, комментируйте. Раскатайте часть теста и вырежьте большой круг. Смажьте тесто начинкой и порежьте на 8 треугольников, тоже сделайте со всем тестом и начинкой. Скрутите рогалики, начиная с толстой части. Смешайте яйцо с водой, смажьте этим рогалики, присыпьте их сахаром, смешанным с корицей. Выпекайте рогалики 25 минут при 180 градусов в предварительно разогретой духовке. Ставим лайк и подписываемся. Такие продукты будут нужны. Масло сливочное, 220 грамм, ингредиенты для теста. Сливочный сыр, 220 грамм. Сметана, 60 грамм. Мука пшеничная, 240 грамм. Соль, 0,25 чайных ложки. Сахар, 2 столовые ложки. Пекан или грецкий орех, 180 грамм, ингредиенты для начинки. Шоколадные капли, 150 грамм. Варенье ягодное, 60 грамм, любое. Сахар коричневый, 30 грамм. Яйца, 1 штука, ингредиенты для смазывания рогаликов. Вода, 1 чайная ложка. Сахар, 30 грамм. Корица, 1,5 чайных ложки. Количество порций 20. Не пропустите самое вкусное, подпишитесь, выразите свое мнение в комментариях. Всем приятного аппетита, жду вас снова.